Добрый день. Здрасте. Ваня Рзодор, Ренат Ибрагим. Ага. Что ж номера-то не чистите? Как не чищу? Вот вышел, хочу протереть как раз. До того, как поехать, надо было почистить. Ага. Водитель, прежде чем начать движение, должен устранить недостатки, потом тут продолжить движение. Сейчас я устраню, конечно. Действительно запачкались. Она просто между машин стояла, из-за этого видно не было. Я хотел, конечно, убедиться. Поэтому вот сейчас, чтобы не было никаких нарушений, все обязательно устраню. Документы где? Сейчас, да, предъявлю. Я вот нашел один документ, который был, пока предъявил. Инспектор говорит, не подходит этот документ. Ну, надо водительское удостоверение, свидетельство о страховой полисе. Да, сейчас поищу я просто, чтобы нарушений не было вот, в дальнейших действиях. Видите, номера протираю. Угу. Надо же изначально устранить, правильно? Что это? Административное нарушение. Ну, по первым требованиям сотрудников полиции надо сначала документ предоставить. А что сначала надо сделать? Устранить или все-таки документ? Нет, документ предоставить. А, ну я документ, да, вот если... просто, который нашел, сразу предоставил, чтобы вы не думали, что у меня документов нет. Сейчас водительское и... Вы как водитель согласно... Тоже найду. Я понял, вы как водитель согласно пункту 2.1.1 правил дорожного движения. Все же читается сейчас на данный момент, нормально? Не читается. Не читается? Нет. Серьезно? Нет. Ну сейчас тогда еще почитаю. 422.1.2. Скажите, когда читаться будет, ладно? Хорошо. А с дежурки, да, указания дали? Нет. Как нет? Нет, там суд приехали, со всех там сторон везде стояли, ладно? Суд меня... приехали, вас увидели, вот, да. Поехали с грязными номерами. И? За что мной и? Прям преследовали, представляешь, и типа говорят, что... Я тоже проезжали, убил. А что, и что, это... А вы вообще ПДД читали? Какой номер должен быть читаемым и когда он должен сейчас быть читаемым? Сейчас же читаемый? Я читал ПДД. Ну, читаемый номер? Какой номер признается нечитаемым? Если я не вижу, значит не читается. Нет, а какой? Какой? Документы дайте, пожалуйста. Государственный регистрационный знак. Нет, вы опять лукавите. Почему? ПДД четко прописано. Как, что прописано? Нечитаемым. Ну зачем мне вам государственный регистрационный знак? Нет. Что написано? Вы не правы. Хорошо, ладно. На 100% не правы. Все, я готов поспорить на 5000 рублей прямо сейчас. Ну нет, мы же не дети, кстати, стоять спорить. Мы выполняем свои функциональные обязанности. Ну ПДД как прописано? Какой номер является нечитаемым? Вы кто у нас? Я? Да. Он человек. Защитник. Человек? Да. Защитник, значит, документ предоставьте, что вы защищаете его интерес. Там, оплату услуг. Согласно устному заявлению, знаете, он согласно устному заявлению. Но оплата услуг должна быть. Он какая оплата услуг? Он бесплатно какая? Же не работает. Устная. Устная. Нет, а какой номер не выявляется? Вы его лукавите. Приведите удостоверение ваше, пожалуйста. Конечно. Вы некомпетентный какой-то. Конечно. Я так могу зачитать. Лейтенант полиции Ибрагимов Инсаф. Все достаточно. Все. Вот ко мне подошел этот инспектор. Можно тоже ваше удостоверение? Все-таки вы обратились. Сейчас я найду документы. Пасли вам уже, да? Кого? Нас. Ну не, мы не пасем, мы службу несем. Да? Ну, нет, мы же не пастухи, что пасе. Ну, ага. Не, ну какой номер является нечитаемым? Вот можете для сказать, проверки? Согласно ПДД. Согласно я вот это знаю. Что знаете? Четко знаю, какой мы номер. Мы тоже знаем. Вот у гражданина не были нечитаемые номера. Это не является нарушением. Это вот, является вот, нарушением. Согласно ПДД это именно не сейчас является нарушением. Убери нас, пусть проедет. Я все загоню потом. Согласно ПДД вот это именно не является нарушением. Это является нарушением права движения, да. Нет. Это вы сейчас у меня экзамен принимаете, что ли? Ну вы их составляете. Нет, нет, подождите, я хорошо, да, если материал. Хорошо, если я даже составлю, вы можете обжаловать этот материал. Вы во-первых, сфабриковать. Подождите, во-первых, во-вторых, вы у меня сейчас не можете экзамен принимать. А сейчас смотрите, он устранил. Не ваши компетенции у меня экзамен принимает. Еще раз говорю. Он устранил? Устранил водитель. Соответственно, водитель до начала движения должен устранить насадки, потом только продолжить движение. Нет. Как нет? А может этот? Ему это запачкали, он это не видел. Не запачкали? Он только что тронулся, я ехал навстречу к нему. А что, преступники кончились, что ли, да, что вы толпой целый? Как бы еще целый батальон сюда подогнали. Почему преступники? А? Почему преступники? А вы кого ловите вообще? Вы же не преступник, вы правонарушитель. Но мне нужен будет личный автомобиль, как у Руслана. А у вас есть вакансии на полгода? Я потом в декрет хочу уйти. Извините, а аванс можно сразу получить? Почему я так часто меняю место работы? Я просто разносторонняя личность. Но я ответственная, и я очень быстро обучаюсь. А здесь же всему обучают, да? Я просто свой автосалон открыть хочу. Слушайте, а у вас много свободных девчонок? Я закурю. Напомните, пожалуйста, а какая вакансия? Потому что начальник бывший – козел. И вообще все начальники – козлы, только и могут что требовать.
На самом деле я алкаш. Жена настояла, говорит, иди работающий. Но пить-то я не брошу, это точно. Нам такие сотрудники не нужны. Не переживайте, приходите к нам, обязательно разберемся. Возможно, вы именно нам и нужны, а мы нужны вам. Свободное место. Здесь, да? Водитель, он девушка. Девушка же звонит? Походу уже нет, потому что уже это. Жигули 4610, оперативный МЧС и скорую сюда. Поторопите. Артур все не разговаривает. Звонили и туда, и туда. Зажат, что ли, он, да? Сейчас, этот, потерпи, сейчас, минутку, ладно, подъезжает скорая МЧС. Едет, Артур. Вот скорая подъезжает. Артур, минутку, подожди. Сейчас вытащим его, ладно? Он не подчинился, что ли? Нету. Мы вот с Чистопольской 86 отработали только, выехали. В кольце разворачиваемся. Смотри, 17 же стоит. Там багажник. Бензином пахнет, только пускай не курит там, ладно? Попробуй открой, может, сзади получится вытащить. Давай. Отойдите, ребят, отойдите, пожалуйста. Короче, водитель зажатый, девушка, живой? Походу. Водитель пока, да. Водитель пока. Девушка, вот девушка, вот парень. Хорошо. Вот здесь разрез, и в середине. Вот у него ноги здесь зажаты, вот. Вот где руль. Все, подъехали, все, Артур. Сейчас, минутку, Артур. Может вот это выдернуть, а, как-нибудь? Сильно. Все, это пускай не мешает. Может, срез на это дерево и этот. Тут одно дерево, по сути. Вода с пиром. Давайте его тоже. О! Там этот, сейчас подождите, там парень живой, а девушка, походу, этот, 200 уже. Сейчас перевернем машину. Ниже надо, ниже. Давай. Все, ставь. А я поможем? Нет, двое там, да? Девушка, да, она не шевелит, она вся синяя уже. А парень, у нее ноги видно, он ноги не чувствует. Тебя мы не поднимем. Нет, что ты. Жигули 4610. 4610. ОРГУ, можете спросить, какой эвакуатор был у 4640, манипулятор или лебедка? МЧС не может попасть в салон автомобиля, надо машину перевернуть. Она лежит на боку. Жигули, можете попросить, чтобы эвакуатор подъехал? Андрей! Иди, уезжай давай, что стоите-то? Советская начальная. Ребят, давайте вот сюда хотя бы край, давайте край. Нет, вот отсюда можно посмотреть, наверное, как у него ноги. Да, там все зажато, машину надо перевернуть. Из-за этого говорю, эвакуатор можно, манипулятор, чтобы поднял он его, на колесо поставил. Эти не могут попасть сюда, машина, МЧСники. Сейчас крышу будет резать, этот, через заднее стекло вот залезли они. 104 сказал, подручные средства использовать. Эвакуатор кто-нибудь приедет. Я понял, ладно, сейчас. Если кран или что-нибудь увидишь, подскажешь, ладно? Или какой-то манипулятор любой. Айда, помогай! Давай, пошли, помогай! Сейчас, подожди!
Давай, давай, давай! Перехватывай! Перехватывай! Давай! Перехватывай, давай! Подожди сейчас! Ребят, это помогайте! Пойди отсюда! Машина! Раз! Сейчас, давай сзади! Вы что, какие люди? Уйдите отсюда! Успокойся! Все хорошо! Кино нашли! Сейчас тебя вытащим! Успокойся! Подожди, я тут открою! Все хорошо! Нет, сейчас, сейчас, они с этим открой! Где этот открывашка? Подождите. Лучше вот эту дверь, наверное! Лучше задний, да, сиденье можно потом ронять! А да, тяни передняя! А? Не. Не сможем, наверное, мы... Давай! Сейчас, стой, стой. Стой. Сейчас, тихо. Не. Сейчас. Не залезь. Толкну. Давай. А, огонь не насыпай. Это лом есть? Лом, лом. Я сейчас придержу. Есть лом? Лом. Лучше с той стороны. Там девушка. Давай. Дергай! Так, давай, я, подожди, подожди. Держи так. Все, пошли. Живой еще и шесть. Я держу, убирай. Держи, сейчас. Мне там шлатов там. Ломайте дверь. Ребят, ломайте дверь, повысил. Давай, давай. Отойди. Отойди, дверь пассажирский, девушка, ты встает. Давайте, вставайте. Вот замок. Вот замок. Смотри. Ишат, ты посвети оттуда, а. Вот ему не видно. Давай помоги, пацаны. Прикрыть надо, ребят. Возьми. Так, сейчас я принесу. Так, у меня багажики, сейчас я принесу.